это можете о себе рассказать? Ну, что это за школа-интернат? Это училище. Училище. А вы, у вас родители есть? Половина у всех. А по сколько вам лет, можно узнать? 16, 17, 18. Ну, по какому профилю вы здесь обучаетесь? То есть тут можно получить права. Слесаря, сварщики, полагаю. То есть технические специальности. А на казачьих землях никогда не было детей беспризорников, не было бесхозных, не было бессемейных. Всегда были ответственные и всегда были при казаках, да, дети. Они собирались вместе. Сегодня как раз такое время. Не сытое. Военное время. Когда мы как единое целое. Потому мы здесь хозяева и вы, смена наша. Все только начинается. Когда оно закончится? Поскорее, я хотел бы так проснуться и все. Я тоже. Я тоже. Вы сейчас... проснулся? Нет. Я хотел проснуться, посмотреть на живот. А там нема ничего. То есть там ранение нема. Все было нормально. Как будто на паре вы проснулись и учились. У тебя ранение есть? Да, по-другому. Ты можешь подробнее об этом рассказать? Ну, это как бы первый бой тут на конце. 27 июня. Июля. Когда нацики проезжали, такая вот колонна их не шла. Ну я пошел полюбопытствовать, посмотреть. И Женька говорит, посмотри на небо. Я посмотрел на небо, там ракеты летали, ну красные. Тоже оттуда убежали, страшно стало. Потом подбежали к общежитию, там к третьему. Мы стояли возле угла. Ну я сначала слышал, раз сначала постреляли, тихо. Потом второй раз как стрельнули, я уже почувствовал боль. Говорю, ладно, я побежал. Забежал, сел в кресло и все, и сядь, больше не смог. Ну, меня как парализовало. Я его, Жека, и там Костя еще не подвал меня спускали, я еще полежал в подвале 2 часа, а потом повезли в больницу. Блин, нормально. Боевой шок был, да? Ну да. Ну нормально сказали, жив, здоров. Только фишку, конечно, чуть-чуть отрезал. Ну, главное, что жив. Так все хотят, чтобы война закончилась. Мир, чтобы да. Мир был. Такой вопрос. Вы допускаете мысль о том, что Луганская и Донецкая область могут вернуться в состав Украины? Нет. Вы не хотите туда вернуться? Нет. А бесполезно было сейчас. Они убивали своих братьев, а теперь как-то уже не так. Да. То есть семья распалась? Ну да. И вопрос такой, а был ли мальчик? Да? Была ли семья, в общем-то, за эти годы? Все было сделано, чтобы ее не было. Каким вы видите будущее Донбасса? Без войны, самое главное. Вы когда-нибудь слышали о народовластии, социализме, ну, вот таких вещах? Когда все социально равные, все работают, все получают достойную зарплату. Да. В Советском Союзе так и было. Тебе родители рассказывали о жизни в Советском Союзе? Нет. А, их нету, да. Ну, а так, ну, бабушки там, знакомые рассказывали. Ты знаешь, как это вообще происходило? Ну, когда было? Более-менее. Ну, плохо вообще было. Сначала, а потом нормально стало. Вы согласны пожить плохо ради того, чтобы ваши дети жили достойно? Ну, конечно. Да. Вы доверяете друг другу? Ну, конечно. Вы хотите жить в одной станице, в одном месте, с плечом к плечу защищать свои дома, я, чтобы они были рядом, ну, не где-то там разбросаны в города? Ну, видишь, они вот видят Донбасс общей семьей и все. Так точно. Так точно, все правильно. В результате бомбежек здание немного повредилось. Возникли капитальные трещины. Вот. Бомба взорвалась в 10 метрах от здания. Снаряд града. Без ноги не могу пойти воевать, просто пришел помогать, просто пришел на кухню. А что у вас с ногой? Я потерял ногу в шахте, сейчас схожу на протезы. Неудобно, тяжело, но... Бытность на времени, да, мой ученик. Да, мы вместе работали в одном звене, мой, все полностью. Ну и вот так вот и пришел.
травма, ну, короче, технологический процесс сам, ну, немножко, ну, шахта и шахта. Потерял ногу. Могли бы спасти, но благодаря нашим доблестным докторам. Скажите, вам платят зарплату в ополчении? Нет. А, ну, ну как, вы же как-то живете. Просто добровольно. А у вас дети есть? Ну, со мной вообще двое, со мной живет один, мы в разводе, один со мной, и одного забрали. То есть вы здесь на кухне работаете по поварам, занимаетесь приготовлением пищи для ребят-ополченцев? Да. Ну, я кушала, пробовала, очень вкусно, спасибо. Спасибо. Не только он, у нас и есть, спасибо. Иди, могу. Макс, тоже вот. А это помощники, вот. Иди сюда. Иди сюда. Иди домой. Иди домой. Тоже так вот. Тоже рядом живут люди. Ну что, есть то, что-то надо. По крайней мере. У нас вот денег не платят, ничего не платят. Ну, по крайней мере, приходит помогать. Паёк, дадут паёк, да. Паёк какой-то. Самое интересное, да. Знаете, что он даже не побоялся веник взять и такой швабру, швабру. Такой лад, все собирал. Видно, что и хозяйка надо, и он хозяйство не может. Ребенок, как тебя зовут? Скажи, пожалуйста. Максим? Какой подарок хочешь получить к Рождеству? Что ты стеснялся? Может, найдется добрый дядя, который тебе может это купить. Расскажи, что хочешь. Автомат. Ну скажи громко. Короче, это автомат. Скажи громко, не стесняйся. Игрушечный автомат. Игрушечный? А что ты хочешь пожелать людям, которые живут на Донбассе, ну, там, где и ты живешь? Чего ты им хочешь пожелать на Новый год? Мир. Класс. Часов утра люди покупают хлеб, необходимые продукты и расходятся по домам, потому что в любой момент может начаться обстрел. Расскажите, как вы тут живете? Платят ли вам пенсии? Ну, то есть получаете ли вы хоть какие-то деньги от правительства ЛНР? Вот так дали по 1800. Это-то и все. А то 4 месяца мы ничего не получаем. Ничего. Ну. И так вот пробываем, что хорошо, что картошечка-то есть, а там такая своя. Ага. Помаленьку живем. Старость уже. Вот идем потихоньку. Зрение плохое. Вот такое. А врачу куда ездите? А ты врачи сейчас. Я на кто на Брянке. Вот так поедемо. Угу. В Брянку. Вот так вот. Ну. Пенсионеров возят бесплатно? Как? Бесплатно возят пенсионеров до Брянки? Нет. Все за гроши? Ну все, за деньги. А деньги все равно все получили. И протянемся, возьмем хлебушка там-то, то сахарек, то там такая, что необходимо, самое главное. Да, и все. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Валя. Валентина Александровна. Валентина Александровна. Вы когда-нибудь думали, что нацисты снова придут на нашу землю? Не думали. Мы думали, хоть спокойно в пенсию поживем. Нам еще не забылась та война, что была. А думаю, ну на пенсию пойдем, поживем, хоть спокойно. Так дома, так все. А воно немає. А вы ту войну помните? Помню. А сколько там, вам лет было тогда? Ну, сгибло года 4. Ну, 38-го, а война, ну, хай не сразу пришли до нас немцы. Ну, помню, знаю, что на санках ще каталася, з горки спускалася, якраз везли немців, такі ці лодочки, і рани там в крові, так, ой, спугалася я, так я садусь в помку. І тепер боюся, страшно, я боюся, ужас. У нас напроти нашої хати стояла, що воно таке називається, чи Катюша, чи що таке, нескільки тих стволов. І то зразу залпом, як дадуть, от такої було, стріляли. Такого не було, щоб людей щоб уничтожали. Ні, не було. Оце таке, пам'ятаю, мені кажуть, ні. Знаєш, евакуювалися ми, уїжджали, це була коровка, то знаю, як на возі сиділа, то там де малі, а які там пішу йшли, наші мамки було 8 душ. На пішу йшли ми. А меншенькі на тачки, там всі сланці все брали, там які продукти. Знаєш, евакуювалися ми. І пам'ятається мені, як в сусідньому посілку хата горіла, це я пам'ятаю, мені пам'ятається.
Скажите, вы согласны жить обратно в составе Украины? Я с теми согласна, людьми, я которые... согласна, чтобы жить, чтобы было хорошо, чтобы спокойно было, самое главное. А где жить, чтобы, чтобы хорошо было. Чем быстрее, уже нам старость доживать уже, вот такое дело. Но тут же остаются ваши внуки, правнуки. Вы хотели бы, чтобы они жили в том государстве с такими людьми, которые сейчас пришли к власти? Ну, я за них не знаю, как они. Они когда близко не живут. А телевизор вы смотрите, украинское ТВ? Украина, дивимся телевизор. Вы видите, какие новости они там показывают? Что они говорят? Ну, знаете, я це, що дивлюся, це помню. А як одвернулася, вже в мене все поняття немає. Я поняла. От так є. От поки дивлюся, знаю, дивлюся, бачу там і все таке. А одвернулася, вже позабувала все. Все вилітає. Одне влітає, друге вилітає. Улітає, друге вилітає. Таке, бачите, така вже пам'ять. Пам'ять не гожа. А тут ще слух у мене поганий, я слух, плохо чую. Зрення плохе у мене. Бачите, а хазяйство є яке? Хазяйство є яке? Хазяйство? Куриця. Нема. А, три курицы там, чи скільки, треба, щоб для себе яйця там було. Вот. Та собачку, собачку туди. Без яйця вже взагалі невозможно, правда? Та й все так. Уже держали, гаранці, молода була, держала, і коровки були, і птиця була вся, хорошо. А зараз вже нічого. Вже я ось їлі до магазинку дійти. У вас пятеро детей, да? Я так поняла. Вот трое маленьких еще, да? Ну, 16, 8 и 2. Вам правительство ЛНР вот новое какие-то деньги давало, пособия там выплачивало? Ну, вот это вот, что потери кормильца на старшего, 900 гривен и все. А это единоразовое было, да? Выплата? Ну, вот это вот, что несколько дней назад. На троих детей, да? Ну, выходит, что так. Всего два раза дали только помощь вот эту гуманитарную. Угу. А в помощи там много продуктов было? Ну, можете рассказать, что было? Ну, в первом пакете было 10 килограмм, но не было там сахара, чая, свечки. А второй раз, когда получала, это уже все было. Угу. Так что, кто его знает, где, ну, как и доставлялось, и куда. Да, и что, конечно, в таком виде, блин, да. Предупредили заранее, что кто-то будет. Как вы считаете, стоит ли Донецкой и Луганской области вернуться в состав Украины? Мне кажется, нет. Потому что сейчас, как посмотришь эти новости, что творится наше государство с нами, так это... Ну, новости новостями, они могут и немного искажать информацию, а вот так вот. Вы с ополченцами как-то общаетесь? Конечно, они мне помогают. А чем они вам помогают, ополченцы? Хлеба приносили, крупы приносили, масло приносили. Скажите, за этот, ну вот за то время, пока стоят ополченцы, было такое, что ополченцы отходили куда-то от поселка и обстреливали вашу же деревню сами? Первый раз такое слышу. Ополченцы кого-то из деревни пытают, напрягают как-то, заставляют бесплатно работать там. Ну, да, знаете, расскажите. Я за это ничего не могу сказать, потому что со мной такого не происходило. Вообще. Ну, а люди, вот, они говорят между собой о чем-то таком подобном? Ну, вообще такого я ни разу не слышала, чтоб кто-то кого-то еще, не знаю. Мне не приходилось слышать. Какого вы будущего пожелаете своим детям? Я бы такого хотела, как было при Советском Союзе. Чтобы была стабильная работа, учеба и все как положено. Примерно. Вот сколько вы тогда зарабатывали и что могли, допустим, позволить на эту зарплату себе? Все. Я зарабатывала до 200 рублей. Сама я жила со старшим Олегом, через Сани, потому что мужа не было. И мне хватало на все. Насчет еды, насчет одежды, насчет что-то купить эти, с мебели, можно было позволить себе все. Девочка приехала из Питера, вот, она купила на те деньги, которые у нее остались, конфеты, печенье, и мы поделили на всех детей, которые есть здесь в поселке Аненка, и мы разделили на 15 пакетов, сейчас ходим и раздаем, ну, что можем, ну, как бы, это ее, это она, у нее остались деньги от поездки, она купила все это.
Ну, вот. Нам от школы передали подарок. Можно я тебя сниму на камеру? Можно. Вот, представь себя, пожалуйста, как тебя зовут? Ой. Ну, ладно. Таня. А где, в какой, где ты работаешь в Питере? Ну, сейчас сюда я приехала от аргументов и фактов, как фотокорреспондент. И плюс мы гуманитарной помощью занимаемся в Петербурге. А как организация называется? Никак не называется. Просто мы собираем, так? Да, у меня есть магазин, мы собираем просто в магазине гуманитарную помощь у всех, всех, всех. Плюс у меня брат буддийский монах при буддийском храме, он собирает от буддийского храма, то есть от буддистов мы отправляем тоже. Плюс мы скооперировались еще со знакомыми, которые... Ну, тоже никакая не организация, просто люди. Сейчас мы идем в дом, где живет женщина с маленьким ребенком. Ей 4 года. Вот, девочка на Рождество хотела получить куклу. Вот, сейчас... Варенька! Сейчас мы попробуем это все оформить. Пришли, вот она, девочка Варя. Здравствуйте, Варя. Мы только проснулись. Варя, мы от Деда Мороза, мы эльфы. Скажи, пожалуйста, здравствуйте, скажи. Здравствуйте. Меня Таня зовут, мою подружку тоже Таня зовут. Мы две Тани. Мы пришли узнать, что бы ты хотела на Новый год получить в подарок. Куклу. Куклу? А какую? Купаться, очистить зубы, спать. В общем, тебе кукла нужна как подружка, чтобы ты могла с ней спать, купаться и чистить зубы. Правильно? Я понял. А что еще хочешь на Новый год? На Рождество. И все. И больше ничего, куклу и все. А конфет? И конфет. Поняла. Мандаринов, да? Скажи, от дяди в форме отходят они, как они вот к тебе относятся, как ты к ним относишься, от дяди в форме, которые? Тебе в дяди приходили в форме? Варюш? Угу. Ну, а что они тебе приносили? Мандарины маленькие. Они добрые или злые? Добрые. А тебя не пугает, что они бородатые, там, с автоматами? А как этих дядей, вот это... Как они называются? Как дяди называются? Ополчение. А громче скажи, не слышно. Ополчение. Ополчение, да? О, ну поняла. Письмо Дедушке Морозу писала? Да, ты письмо писала? Писала, оно дошло. Да, он сказал, что он письмо к Рождеству дедушке. Только, раньше не сможет, к Рождеству, очень много деток. А вы нам можете что рассказать? А что вам рассказать? Вы получаете из Луганской Народной Республики какую-то помощь? Ну, официально, вот ребенок только получил вот, гуманитарную. А сколько раз это было? Раз. Один раз? Да. Вам какие-то деньги выплачивала Луганская Народная Республика? Ну, я вообще не работаю, я по уходу за ребенком, я ничего не получала. Да. Помощь, кстати, которую нам приносили ребенку, просто я представляю, как я выгляжу, вот этот весь фон. Нормально, все нормально. Это самое. Приносили, говорили, что из Челябинска. Значит, уже это было не ЛНР, раз из Челябинска. Да, это бы уже. Да, там два коробочки приносили, а там. Что было? Продукты, ну, конфетки, там, орешки, а в другой там средства гигиены. Салфетки, зубная щетка, зубная паста, шампунь. А сколько было килограмм посылка? Ой, я не знаю, могу коробочки показать, девочки. Пачка орешков, пачка фиников, книжечка и немножко конфеток. Я поняла. То есть из реально остро необходимых продуктов питания не было ничего? И шампунь. Вот, шампунь, зубная паста, зубная щетка, влажные салфетки, ушные палочки, маленькое полотенечко. Вот, а так ничего. И вот мы собираемся, пытаемся собирать основную часть посылки. Это крупы всякие разные, да? И сверху там уже вот конфетами какие-нибудь присылают, чтобы коробку заполнить. Ну, я видела по телевизору какие там пакеты кому-то где-то что-то. Не, там, мы крупы, тоже, масло мы там от себя, да, грубо говоря. Входную дверь прикройте, пожалуйста. Что это, конечно, будет более рационально, правильно, если вот основная часть посылки продуктов, да, занимаются именно крупы. Ну, нет, крупы, спасибо. Консервы. Спасибо и за это, скажем так. Нет, все, это все нужно, это пригодилось. Это как вопрос. То есть, да, так рациональнее, конечно. Ну, конечно. Крупы, консервы, а там конфеты уже. Конфеты, это так, хотя детям, знаете, им не объяснишь, им хочется и конфет, им хочется вкусняшек.
Карточка, мы тебя конфетами угостим. Давай иди, пока Дед Мороз опоздал, он сказал принести тебе... Пока конфет, да. Да. Варя. Ну, держи. Просто, чтобы ты не обижалась, он тебе передал конфет. Держи, это тебе. Вот и все. А насчет стреляют, говорит, мама, не бойся, нас не разбомбят.